пригласил председателя правления Хазалтена, показал реальную ситуацию инфраструктурных объектов для выступления команды. Поэтому я хотел вам сейчас теперь более аргументированно сказать о чем. В первую очередь бюджет. Проанализировав, посмотрев последние года, прошлый год у вас бюджет был 9 200 000 сомов. Правильно, да? Мы пересматриваем бюджет, планируем на этот год минимум 60 миллионов сомов. Мы хотим в корне пересмотреть кадровую политику, фонд заработной платы тренеров. Потому что я сам, как заслуженный тренер, вам скажу, ну, тренер, который получает 10 тысяч сомов, он не достигнет ничего. Тренер должен быть и психологом, и родителем, и с вами, и со всеми должен в контакте быть. Пересмотрим всю структуру клуба. Будет увеличен штат. Это то, что касается бюджета. В этом бюджете мы заложим, а может быть, я буду дополнительно просить, сейчас вот мы тесно работаем с мэром Мирланом Ротенбековичем. Сейчас, в ближайшее время, заканчиваются проектные работы. Я сам возглавляю Гострой и по просьбе мэрии предоставил одну из лучших архитектурных групп. Они тесно работают. Я думаю, Мирлан Ротенбекович, нужно с нашими уважаемыми депутатами обязательно делиться замечания, предложения по этим спортивным учреждениям. Нашу спортивную арену, я вчера ее обошел, тут будем откровенно на плачевную ситуацию. Нужна хорошая перезагрузка. Будет новый стадион, будут новые трибуны, отвечающие требованиям Азиатской конфедерации футбола, отвечающие требованиям ФИФА для проведения международных соревнований. Потрибунные помещения, раздевалки, комнаты для встречи гостей, медицинские комнаты, небольшая гостиница позволяет. То есть группа архитекторов, благодаря работе мэра, уже на стадии завершения. То, что касается экспертизы, в плане ускорить, я вам лично помогу. Плюс к этому я с мэром работаю здесь, как просто, можно сказать, уроженец города Карабалта. По другим объектам я здесь помогаю мэру, и по школе первой, и по новым объектам и так далее. То есть используйте мой ресурс, я готов для вас работать и вне футбола. Да, давайте договоримся, чтобы был такой хороший момент. И экспертизу пройдет, и начнутся работы. Работы такого плана. Задача поставлена, чтобы наши детишки в летнее время, у нас рисконтинентальный тренер, чтобы вечером тоже играли, будут стоять большие мачты освещения, которые позволяют проводить круглосуточно занятия на свежем воздухе. Финансирование берет, это официально есть обращение Федерации футбола Медера Садыкова, всю оплату, статью расхода полностью покрывает Федерация футбола. Все, что касается вокруг всех объектов инфраструктурных, это берет на себя мэрия. Правильно? Мы в Кыргызалтын, чтобы в стороне не были, очень важный момент – это газон. Вчера я разговаривал, самый современный газон, гибридный, сейчас он строится в Джалабаде, на стадионе Курманбек. Сметная стоимость выходит порядка 380 тысяч долларов. Ну, я принимаю команду, две недели всего остается до чемпионата, поэтому я думаю, мы сейчас экстренно. Я пригласил специалистов сейчас из футбольного клуба «Абдышата». Вы, наверное, прекрасно знаете, 8 полей там в «Абдышате».